У растений, все знают, главный процесс какой? Фотосинтез. В связи с этим растения кем являются с точки зрения питания? Автотрофами. Автотрофами. Есть автотрофы, а есть гетеротрофы. Кстати, вот авто — это что означает вообще? Как-то понять автотрофы? Да, авто от слова «сам», сами вырабатывают что? Органические вещества свои. А гетеро мы сами ничего не можем выработать. Нам надо съедать все, да, готовое. Ну, кстати, а автотрофы, которые сами, они делятся на две группы. Хема и фото. Ну, фототроф, понятно, за счет света получает АТФ, да, энергию, а потом органику создают. А хема за счет чего? За счет химических реакций получает АТФ, а потом создает органические вещества. Также на втором этапе. Но, знаете, я вам хочу такой момент сказать. Растительная, мы сейчас растения изучаем, да? Растительная клетка может быть и гетеротрофной, и не только авто. Авто — это вот хлоропласт, да, свет поглощает. Но бывает и гетеротрофность у растений. Хищные. Да, хищные и паразиты все, да? И вот теперь возникает один такой вопрос интересный. Одно дело тип питания, там свет, химические реакции, либо там готовую органику, а другое дело, как... Вот когда гетеротрофный тип обмена веществ, как организм через мембрану затаскивать будет в себя эти вещества, то есть транспортировать свою клетку. Каким образом это происходит у растений? Ведь есть хищные, которые захлопывают, например, там какая-нибудь росянка круглолистная, насекомых ловит. Да, есть паразиты, такие как повелика, которые высасывают из других растений сок. У них только гетеротрофность полная. Как же они транспортируют через свои покровы? Как называется тип транспорта? Через их клеточную стенку, через плазматическую мембрану. Если вам такое где-то рассказывали. Иногда этот тип транспорта называют также питанием. Реально прям обобщают и говорят, что это питание. Но этот тип транспорта, в принципе, но и питание одновременно фактически. Ну ладно, хорошо, я вам так скажу. Это называется диффузное питание. А что такое диффузия? Хочу сказать, вот это пища, например. Если ее здесь много, да, а в клетке мало, то пища куда пойдет? В клетку. И это называется диффузия. Ну, например, сахар, да, глюкоза. Диффузия – это такой закон, согласно которому вещества из области высокой концентрации идут в область низкой. Вот суть диффузии. И поэтому такое питание называется диффузным. Знаете, хочу вам добавить, что кроме диффузии, тут еще идет такой один процесс. Вот здесь вот я вот это показал воду. Вы знаете, что вещества, глюкоза сама не пойдет в сухом виде, с водой, конечно. Поэтому вода всегда растворяет все эти вещества. А движение воды, для движения воды придумали другое слово. Какое? В шестом классе уже изучают. Говорят еще, даже есть такие явления, обусловленные данным процессом движения воды внутрь клетки. Вот здесь, например, много воды, и вода тоже идет внутрь клетки. Осмос. Есть еще такое понятие. Осмос — это движение воды. Поэтому при данном питании, когда пища, глюкоза заходит в клетку, идет одновременно и диффузия, то есть движение самих частиц, да, пищи, то есть глюкозы, и одновременно идет осмос. Потому что все растворяется в воде. Но, то есть вода идут и вещества, а они идут одновременно. Но хочу вам сказать, все-таки называют это диффузное питание. В ЕГЭ я видел даже формулировки в тестах, надо выбирать, что диффузное питание характерно для... подождите, мы сейчас не сказали еще, для кого характерно, давайте всех скажем. Диффузное питание характерно для грибов также и для бактерий. Оно характерно для всех, у кого кроме плазматической мембраны есть еще клеточная стенка, вот жесткая. Почему вот именно тут диффузное? А что, почему именно вот у тех, у кого клеточная стенка, вот у всех у них вот это вот диффузное, когда путем диффузии заходит вещество. А у кого нет клеточной стенки у животных, тогда какое у них питание? Давайте вот на контрасте сейчас мы сделаем вывод. Избирательная проницаемость — это есть у всех мембран плазматических свойств, это такое общее. Что-то они проводят, что-то нет.
Но это не тип транспорта. На самом деле я задал хороший такой вопрос сейчас. Дело в том, что у животных, у которых нет клеточной стенки, у них очень мягкая мембрана. Да? Значит, они могут изгибаться хорошо, например, амеба. Знаете, амеба, у нее такие даже длинные ложноножки. Да и у нас кишечник, клетки эпителия кишечника могут изгибаться. А это вот пища, пищевая частица какая-то, да? И захватывать внутрь себя вот эту частицу. Как называется этот захват? Захват. Частицы твердые захватываются, это одно название процесса, а есть еще капельки жидкости. Вот эта жидкость уже, они тоже захватываются животной клеткой, только животные могут. Эти все так не могут делать. Именно обволакивать и захватывать внутрь. Это называется твердые частицы фагоцитоз, когда захватываются, у амебы впервые изучается. А жидкие частицы захват пиноцитоз. Это характерно только для животной клетки. В 6-7 классе уже, ну, в 7 классе животных уже это упоминают на примере амебы. Вот. Так вот, вот, ну, как вы понимаете, вот здесь вот фагоцитоз есть, пиноцитоз есть, но вот у растений, у грибов и бактерий этих процессов вообще нет, фаго и пиноцитоза. Почему? Потому что жесткая клеточная стенка очень. Понимаете, она мешает им изгибаться. Поэтому из-за жесткой клеточной стенки они не могут вот эти частицы поглощать. Только животные могут, у них нет клеточной стенки, они легко поглощают твердые частицы и капельки жидкости. А эти с клеточной стенкой, три, они как будут вот этим путем заниматься поглощением пищи путем диффузии. Вот пищевые частицы растворяются в воде и диффузно проникают в них. Это только те, у кого клеточная стенка. Вы поняли, да, мысль? Но я вам сразу хочу вам сказать, что вот здесь вот такая история, что вот это вот диффузное питание, опять же, вместе с водой, когда пища двигается, то оно еще в ЕГЭ называется питание путем всасывания. Вообще вот любые всасывания, да, это значит, что какие-то вещества, пища, например, вместе с водой идет.